Здравствуйте, Андрей. Андрей, скажите, пожалуйста, как войти в контакт со своей душой? Как с ней общаться? С душой общаться можно через чувства. Если вы с открытыми или закрытыми... Где находится душа? Объясняю. Душа находится в месте, где находится грудь. В случае, если вы с открытыми или закрытыми глазами стараетесь найти чувство приятное, которое находится у вас в груди, то вы коммуницируете с душой. Мысли, которые у вас в голове находятся, там нет чувств. Потому что если вы переживаете о чем-то, то эти переживания, они тоже в груди будут или в животе. Смотрите, как устроена эзотерика, или как устроена психологическая или эзотерическая составляющая человеческого организма. Итак, функция управления физического тела находится в животе. Поэтому если вы хотите управлять своим телом, животу своему говорите: «А ну-ка соберись! А ну-ка полечи мне ноги, а ну-ка пусть позвоночник не работает, пусть позвоночник работает». И поговорите с тем, с той энергией, которая в животе. Давай, все там полечи, пусть ножки заработают и так далее. И найдите вот эту радость, которая там находится у вас. Если с мозгами, то скажите себе: так, надо сконцентрироваться, изучить и так далее. А если душой, то в центре груди. Скажи: ты мой зайчик, ты моя хорошая, найди себя. Душа — это чувство. Почему Бог через душу общается с человеком? Потому что он таким образом дает человеку понять, правильно человек поступает, или правильно человек живет, или нет. Если на душе кошки, то не надо обманывать. Если там, наоборот, радость бесконечная, то все хорошо. Ну, много составляющих, понимаете. Как найти в себе душу? Закрывайте глаза, ориентируйтесь на место, которое находится у вас, на чувство, которое возникает у вас в груди, находите это чувство и купаетесь в нем. Мантра какая есть? Ом Кришная Васудевая Харе Параматмане Парататклишанашая Говиндая Наму Намах. Или Ом Васудевая Джива Атма Намаха. Фидания